Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Я оцениваю, что это был один из лучших в плане организации праздников за последние годы. С погодой нам повезло, естественно. Да и концертная программа хорошая, в эволюционном плане все на уровне. В начале совещания Владимир Ружицкий выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в организации проведения Дня городского округа Люберцы, после чего заседание пошло по повестке. За прошедшую неделю в Люберецком районе было 1400 обращений граждан. По данным обращения возбуждено 39 уголовных дел, из них 34 раскрыты по горячим следам. Также было 179 ДТП, из них 3 с пострадавшими. Люберецкие огнеборцы, в свою очередь, доложили, что минувшая неделя в округе выдалась спокойной. На территории муниципалитета произошло 2 пожара. 5 сентября в 13:43 инициативный у дома 30 автомобиль «Шеви Нива» обгорел моторный отсек, пострадавших нет. И 6 сентября Октябрьский проспект у 190, Volkswagen Touareg обгорел также моторный отсек, пострадавших нет. Относительно спокойная ситуация и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К отопительному сезону подготовлен уже практически весь жилой фонд Люберецкого округа. Объекты социальной сферы готовы к зиме на 97%. Работы по капитальному ремонту, запланированные на 2017 год, начались с 1 августа. Планируется завершить в декабре 2017 года. За прошедшую неделю Люберецким городским жилищным трестом уже приступил к работам по кровлям, это 15% из запланированных, фасадов 17%, внутренних домовых инженерных систем 27%, ремонт систем центрального отопления 23%. Также Александр Проворов отметил, что работы по реализации программы «Мой подъезд» в Люберцах продолжаются. На прошлой неделе подрядчики завершили ремонт еще в 29 входных группах муниципалитета. Всего же готовы 72% объектов, запланированных на этот год. Заместитель начальника управления дорожного хозяйства в свою очередь доложил, что ко дню рождения округа в городе был выполнен очередной ямочный ремонт в размере 230 квадратных метров. В городском округе Люберцы проведены ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия на 18 дорогах из 25. Продолжаются ремонтные работы дорог в городе Люберцы по улице Побратимов и 8 марта, а также в городском поселении Малаховка. Это улица Цветная и Гаражная. Выполнение работ в графике. Кроме того, на совещании стало известно, что за ненадлежащее состояние территории сотрудники Госавтотехнадзора только в первую неделю сентября вынесли 81 постановление. Их общая сумма составила более 700 тысяч рублей. Также в городском округе производилась санитарная опиловка деревьев. Вывезено 56 кубометров мусора. Ликвидированы несанкционированные свалки. Анна Троян, Дмитрий Шарапов и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.